острове Макарский береговая охрана погранслужбы КНП задержала три катаерских судна. Нарушители закона подозревают в незаконном лове осетровых. С берегов Каспия репортаж Виктора Суслагина. Три бригадирских судна, две казанки и байды, пограничники обнаружили при патрулировании северной части Каспийского моря, примерно в 50 километрах от берега. Это заповедная зона, где без специального разрешения гражданские суда находиться права не имеют. Сделали требования заглушить моторы, нарушители государственной границы игнорировали, попытавшись оторваться от катера пограничной службы. Мы вынуждены были применить табельное оружие, сделав несколько выстрелов в воздух и по курсу движения судов. Только после этого казанки байды остановились, после чего все провождения пограничного катера были копированы из морской акватории на Сусе. Всего задержано было 13 человек, все они жители одного из прибрежных поселков Атраусской области. Почему оказались в море? Почему выходили в море без разрешения документов? Ответ на вопрос, с какой целью люди оказались в море, нужно было не задавать. Лодкой было обнаружено 18 мешков, в которых находились браконьерские снасти. Для незаконного промысла браконьеры использовали вот такие сети аханов, каждая длиной от 1,5 до 3 километров. Ячейки аханов 20 на 20 сантиметров, рассчитаны на налов только осетровых, в первую очередь в Белуге. Отвечать перед законом задержанным придется по 2 статьям Уголовного кодекса нашей страны. За нарушение государственной границы Республики Казахстан группой лиц, а также за незаконную добычу рыбоосетровых пород, на лов которых действует мораторий. Виктор Суслагин, Семенов Суслагазиев и Вячеслав Шурыгин, Атрау.